При этом жители призывают к осторожности при оформлении заявлений на госуслугах. Мошенники придумали новую схему обмана под видом взлома и оформления кредита на государственном портале. Аферисты начали получать доступ к личным кабинетам, менять привязанный к сайту номер телефона, электронную почту и от имени зарегистрированного пользователя отправлять заявки на получение кредитов и микрозаймов. Повысить уровень защиты можно путем подключения двухфакторной аутентификации входа в личный кабинет, а также установить собственный сложный пароль. Не стоит создавать один пароль на несколько аккаунтов, а также использовать имена и даты рождения близких и клички домашних животных. Жителям Подмосковья необходимо быть бдительными. В случае подозрительных рассылок не активировать никаких ссылок и обратиться в техподдержку через личный кабинет в госуслугах, напоминают в Управлении региональной безопасности Московской области.